Друзья, всем привет! Сегодня я свяжу мушку, которая в воде имитирует маленького жука, а вернее водяного клопа, который называется грибляк, или как еще его называют, корикса. Водятся грибляки в слабопроточных или вовсе стоящих водоемах, а также на участках с отсутствующим или слабым течением. Длина взрослых особей может достигать 12-16 мм. Грибляки активны даже в холодное время года подо льдом. Эти насекомые чрезвычайно многочисленны и служат важным компонентом в корме рыбы. Среди водяных клопов именно грибляки являются основным объектом для создания мушек. По-английски эти мушки называются корикса. Имитации корикса могут быть выполнены в виде мокрой мушки, эмиджера или нимфы. Я постараюсь в своем фильме связать и показать имитацию этого клопа с отгрузкой свинцовой проволокой, то есть в виде нимфы. В первую очередь эта нимфа будет интересна для тех, кто ловит форель в озерах, либо хариуса на участках рек с медленным течением. Вяжется эта нимфа на крючках 10-16. Сегодня же я свяжу вариант этой нимфы на крючке номер 10. Thank you.
Итак, нимфа готова. Надеюсь, что сегодняшний фильм будет для вас полезен и интересен. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу этой нимфы. А на этом я свой фильм заканчиваю. Всем пока, до следующих встреч, увидимся.